Всем привет, я записываю это, чтобы вам сказать, уберите детей от экранов, потому что в видео присутствует много неформативной лексики. Удачного просмотра. Итак, привет, ребята. Да, привет. Привет, Толечки. Я вот не спится мне ночью, уже час как ночи. Я решил проходить хоррор-карту. Лейт называется. Я говорю так тихо, потому что на заднем плане спят и не собираюсь никого будить. Так, в эту карту стоит играть в темной комнате. Рекомендуется прибавить звук и играть одному. О боже. Обосраться. Сейчас, ребят, подождите. Стрёмно как-то. Так. Так. Ну, погнали. Играю я совершенно один. Господи, боже мой. Я обосрусь сейчас. Ребята, что мне делать? Я решил остановить все сердце. Черт. Ребят. А куда мне идти? Я сейчас с шейдерами играю вообще, походу. Божечки. О, это капец. Мне вниз спускаться. О, сука. Блять. Я снял наушники, ребят. О, блять. Ребята, блять. Это пиздец. Простите, не забыл сказать то, что будут много матов, потому что тут пипец пол. Как я проходить эту карту буду? О. Боже мой. Мне страшно уже выходить отсюда. 13 FPS. В пизду. Давайте-ка лучше нахрен вырубим шейдеры. Твою мать. Минуту, ребят. Фух, погнали. Успокоился вроде бы дождь. Фух. Я заранее сделаю вот так вот. Фух, закрою глаза. О, пустите меня обратно. Дерьмо. Она меня поймала. О, что это за карта? Как мне здесь вообще ходить? Ребята, блин. Почему так страшно? Фух. Не открывается, ну пипец. Ну я пробежать даже не могу, ну черт. Как мне быть? Я уж боюсь смотреть туда, не на эту дуру, блин, как. Свет может быть какой-нибудь. Есть. Ты ж пролез. Да? Я должен был здесь прятаться. Блин, она ломится. Так. Ребят, это был сон. Твою мать.
еще зубы. Одеваюсь. Ребят, нас что-то ждет. Это сейчас не я. Хожу. Как капец, как прикольно карта сделана. Oh, good morning, Mr. Goodman. Mr. Kruger is waiting for you upstairs. Доброе утро, мистер Кругер. Shoot, I forgot my badge. Yeah, guys, don't worry, I'm sure the janitor will let you enter the offices. I'll just have to wake him up first. Короче, ребят, видимо, я играю за Томаса Гудмана, хотя я сломал карту в начале самой же игры. Я случайно, извиняюсь. Томас Гудман, мне куда? Тьфу ты. Мне нужен кто? Мистер Крюгер. Крюгер. Туалет. Я могу сходить в туалет. А в женский? Ой, в женский. Прикол. Есть? Ладно, не буду заходить. Все-таки невежливо. Тут я играю в хоррор-карту, блин. И видосик. Да. Дурачок. Ладно. Hello? Hi, good morning. Hey, sorry to wake you up. What's happening? Oh, hey, Thomas. I have a meeting with the boss, and I lost my ID. Can you let me pass through? Of course. Good luck with Mr. Kruger. Конечно, удачи тебе на совещании. Мистер Крюгером. С мистером Крюгером. Итак, в мусорке что-нибудь есть? Короче, мне надо... Наверное. Как прикольно сделал. Вау, ребят. Это я. Только почему-то у меня ноги не двигаются. А куда? О-о-о. Здесь как-то крипово что-то скрипит. Почему так тихо? Блин. Чувствую, мне не придется понервничать немного. Ладно. Все-таки здесь не один человек. Лиза Баннер. Крутое имя. Hey, Lisa. Привет, Лиза. Oh, hey. О, привет. You must have had a bad night, just like me. Man, these nightmares, I tell you. Anyway, the boss wants to see me. I should hurry. Уж чертовы кошмары, ладно. Мне надо бежать, начальник ждет. Oh, hello, Mr. Goodman. Здравствуйте, мистер Гудман. Oh, hey Thomas. О, привет, Томас. Как I'm fine, сам? You. The Понятно, boss is waiting for me, so I should probably get a move on. You know how he gets. Oh, yep, I know. It's getting to run away. I just updated the full plan. Awesome. Здорово. It's on my desk. See you later, Он Thomas. На моем рабочем столе. Удачи тебе, See ya. Томас. Thanks. Пока. Пока. Спасибо. Разлита круп. Кружка кофе. Блин, сейчас усну случайно за компьютером. Томас Гудман. О, моя. Все. Как прикольно сделано. Слушайте, ребята, крутая карта. Всем советую. Надо потом название закрепить. Лиза Баннер. Блин, а где начальник? Это у нас что? Грейс. Марк Крюгер.
Finally, Thomas! Наконец, it's Thomas. Been half an hour. You better have that report I've asked you to get. The report? The report? It's on my desk. I'll grab it. Late once again? Thomas! This cannot go on. If I don't have this report in the next hour, I won't mind replacing you. For your sake, I hope it's better than the last one. Report. It's in my office. I need to print it. Отчет. Он в моем кабинете. Надо распечатать. Угу. Бежим. Фух. Камера. Так. Не трогай мышь. Нет. Если это опять этот сон, к черту такие сны. Вот черт, 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 уже что за темно. But it's dark out. What? Черт, I slept all day. Mr. Kruger wanted it ages ago. He's gonna be mad. Фу, сука. Ёб твою мать. Блядь. They left me here. Ну нахуй. God, I need to get home. The elevator still operates this time of night. Сука, теперь мне больно страшно выходить. Так. Если там вот этот призрак находится, ребят, простите. Блин, что делать? Ребят. Мне страшно идти по такому коридору, блин. Дерьмо. Как же ты мог, Томас, собака, сутула, заснуть? Обосраться не встать. Ребят. No. Твою мать. Again? Вот дерьмо. I really need to sleep. What am I doing here? This place reminds me of something. The janitor. What's wrong with... Oh my что god. Hey! Anybody here? Боже. Help! Oh god, what happened? Он мертв. Твою мать, блин. Почему здесь куклы? Мне страшно. Даже выходить боюсь. Ууу, ребята, блин. Если здесь мертвый уборщик валяется, то это не добро. И, ребят, я говорю, я первый раз такую карту прохожу. Мне очень крипово выходить из каких-то там помещений, когда здесь лежит труп. И когда ты узнаешь, что за дверью какая-то призрак. Бегает собака. Так. Ребят. Фух. Stupid lights. Maybe the security cameras. Может, он здесь в комнате охраны. А где у нас комната охраны? Ты чё, блин? Думаешь, я знаю... Это не комната охраны. Here we go. Let's have a look at those cameras. Так. Какая-то... Дитё какое-то. Твою мать, это что за... Это кукла? Что это?
Мать его. Телефон. Блин, ребят. Черт. Сейчас, ребят, простите. Я не могу переключить камеру. Почему? Почему? Фу, ребят. Блин, там какой-то дух бегает. Почему я? Почему я уснул? Почему Томас? Дебил Томас, реально. Вот в такие. И куда мне идти? Я уже забыл. Твою мать, мне стрёмно. Там уборщик валяется. Там все темно. Фух, ребят, блин, я реально боюсь. Почему-то все перевернуто, мать его. Не думаю, что от этого света не будет пророк. Блять. Дайте мне свет какой. Хоть какой-нибудь. Да свет. Ребят, блин. Дерьмо, блин. Стрёмно. О, такую карту проходить еще и одному. Фу, не почти, не почти. Бля. Оно же здесь проходило, мать его. Вот прям тут. Сука. Если что, я уже говорил перед началом видео. Ну как перед началом? Тут здесь будет много матов. Ух ты ж, блядь. Это дерьмо тут летает, сука. Как видишь, блядь. Ему не... Где, сука, телефон? Вот он. Фух, позвонить полиции. Как? Ребят. О, сука. Где-то здесь. Нужно вести себя тихо, чтобы я смог свалить к чертям отсюда. Блин. Ребят. Какого хрена я прохожу эту карту, сука, в час ночи? Неугомонный я. Свалить отсюда. Фух, блин. Нужно найти другой выход. Можно попробовать через вентиляцию. Сука, где эти вентиляцию найду? Где же я тебе вентиляцию найду? Опа. Толканы. Да ну нахрен, я туда заходить не буду. Ребят, блин, это крипово. Сука. Такс. Где вентиляцию искать-то?
все заперто нахрен. Вот кому это надо было? Они даже не заметили то, что я даже не принес отчет. Я думал, что начальник пойдет ко мне в кабинет. Так вот где вентиляцию взять, Алёш? Блин, стрёмно. Дерьмо, блин. Сука, выпустите меня нахрен отсюда. Пожалуйста. Не хочу здесь оставаться. Ай, блин. И на каком я это... Фух, ёб твою мать. Что мне делать? Искать вентиляцию? Настолько такая атмосфера. Блин. Я уж... Вот вентиляция. И ты можешь хоть... Ты положил телефон. Как не сваливать? Где вентиляцию тебе найду, братан? Не такой уж ей все сильно, чтобы найти. Вот взял бы, разбил это так. Это окно гребаное. Прошел бы дальше. По такому темному коридору, сука, без света ходить. Прости, блин. Какого фига? Вообще, как я здесь оказался, кстати? Вот тут прям. Я же, по-моему, с лифта свалился. Я, наверное, дохла уже. Валяюсь. А почему я это вижу? Дайте мне хоть какой-нибудь телефон. Ну, по столу побегаем, давай. Почему бы и нет? Там только источник света. Вот. Дерьмо. Главное, блин, не разбить телефон, когда меня... Сильно испугается, я испугаюсь. Так-с, ребят, блин, хоть какой-нибудь свет дайте. Почему здесь все разграблено? А, да, это же сон, сука, это нереальность, блин. Нихуя не снимаю. Блин. Ни черта не... Выход. О, мурашки по телу пошли, я кого-то увидел. Так, ребят. Надо думать. Если бы не этот лифт. Был бы способ спуститься по лестнице. Боже мой. Какой же ты, Томас, неуклюжий. То есть я про своего персонажа, за которого я сейчас играю, говорю. Кто не понял. Музыку я сюда добавлять не буду.
видео. Сами все узнаете. Блин, такие мурашки по телу пошли. Ну, твою мать. Тут, блин, каждый обосрется, если увидит это видео ночью, блин. Главное... Где вентиляция? Вы мне можете показать. Нету вентиляции. Я всё осмотрел. Тут ни хрена нет. И ни черта нет. Какого чёрта, скажите мне. Пойдем в эту комнату. И здесь. По-моему, это... Ну, так это и есть вентиляция, по-моему. Подождите. Нет. А как? А куда? Свет нормально был бы. Было бы проще, блин. Блин, ребят, я не знаю. Можно как-нибудь переключить камеры? Час. Сейчас время 3:27. У меня это время чуть-чуть другое. I'll have to find another way. What about the air vents? Что это было? Выпустите меня отсюда. В туалете вентиляция же есть. Пиздец. О, ребят. Все-таки придется заходить в туалет. Блин, теперь за кабинками может быть кто-нибудь. Блин, что делать? Мне реально крипово. Блин, особенно в женский туалет. Епон. Если придется в женский заходить, это пиздец. Особенно. Ух. Томас. Ну погнали. Чисто. Не могу. Тоже не могу. Не могу. То есть, ребят, блин. Это уже давит на психику. Там еще больше туалетов. Мужской. Вот уже здесь двери не обманешь. Там кто-то ждет. Мне кажется. Ребят, блин, это так стрёмно. Фух, Томас, блин. Дай мне успокоиться.
Если получится. Нет. Обязательно нужно заходить в туалеты, которые заперты нахер. Фух, я закрою глаза. Так. Нет. Да ну этот почему залезть нельзя? Ну блин. Фу, ребят. Вы серьезно? Как я должен додуматься до этого? У меня вообще фонарь. Ой, блядь. One of these vents has to be open. Блять, ребят. Фу, фу, боже мой. Помогите, пожалуйста, мне. За такое поддержите, пожалуйста, лайком и подпиской. Те, кто не подписан. Заперто. Неожиданно. Мое сердце. Все? Тупик? Серьезно? Видео идет 35 минут. Фух, давайте-ка, ребят, это пока что закругляемся. Хотите второй части? Давайте, поддержите меня лайком. Наберем 30 лайков. Выйдет новая часть. Подпишитесь, пожалуйста. Давайте добьем 4000 подписчиков. Фух. И когда вы наберете 30 лайков, ждите новую серию. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем спокойной ночи.